20-20 ZBrush. И давайте посмотрим, чем еще может он нас удивить. Что сюда докинули. Lexbox, если вы любите животных, то вот папка здесь зоо, это для вас. Здесь животные, комары, вот быки, собаки, очень много именно наделано, закинуто, вот даже, не знаю, как это, зайцы есть, змеи и так далее, даже птицы, коровы, обезьяны, динозавры. Ну, словом, накидали от души. Если вы любите животных, то вот уберите с этой папки, нажимайте, допустим, вот на медведя. Сейчас вот он подгрузился. Alt, левая кнопка мыши, перетаскивайте. Также можно все это дело с помощью ротации Scale изменять. Вот, допустим, сводить вот так вот лапы, работать с симметрией. Здесь вот выкручивать их вот так вот, как-то изменять позу. Когда вы позу уже изменили, что-то здесь подкорректировали, то заходите уже Adaptive Skin и жмете Preview. Вот теперь можете работать уже именно лепить, добавлять что-то. Ctrl-D. Смотрите поле F. Вот тут все разбито на полигруппы. Можно сделать Ctrl-W одну полигруппу. Сделать всему этому в геометрии. Так, сначала Make Poly Mesh. Теперь можно сделать DynaMesh или ZRMesh. Ну, если лепить, вот DynaMesh сделайте. Сейчас поменяется сетка. Вот такая штукенция. Graph Size уменьшаете, выбираете любую кисточку, с которой вам удобно будет лепить. И вот начинаете накидывать какие-то детали, прорабатывать, где-то прорезать. Вот так. Можно даже панду сделать. Карате панда. Вот уже голова подходит. Чуть-чуть докорректировать. И вот вам уже готовый объект для работы. Вот такая прикольная штука. Все, всем пока, до свидания.